Пожертвовали безопасностью ради красоты? На Кировке из-за новогодней иллюминации покосились фонари. Тросы, на которых крепятся гирлянды и шары, подвесили прямо на опорах освещения, из-за чего столбы опасно накренились. Неизвестно, хватит ли их устойчивости до конца новогодних каникул. Все предыдущие годы оборудование светомузыкального тоннеля размещали на бетонных опорах. Но многие горожане, несмотря на популярность праздничной локации, критиковали такое решение властей за неэстетичность. По мнению челябинцев, железобетонные конструкции портили внешний вид главной пешеходной улицы и мешали передвижению. Тем не менее, новая схема крепежа вызвала еще большую бурю возмущения. В соцсетях уже делают ставки, продержатся ли деформированные фонари хотя бы до первого снегопада. И задают вопросы, кто будет отвечать, если небезопасная конструкция сложится прямо над головами прохожих.